Так, вот у меня укрыты на зимовку кедры. Сейчас скоро будем открывать. Посмотрим, как перезимовало. А вот там вот кедры в контейнерах стоят. Здесь у меня сделано укрытие на зиму для кедров сибирских. И в этом же укрытии заложены наши пихточки. Сейчас будем разбирать, смотреть, как перезимовало. Так вот у нас перезимовали кедрята. Все выглядят неплохо. Вот. Сегодня у нас 28 апреля. Сейчас посмотрим, как там перезимовали. Дождик начинается. Здесь тоже практически все перезимовало, парочку только кедрят подмерзло. И сейчас еще посмотрим за гаражом. Все тоже неплохо выглядят. Стаканчика кедрятки здесь так визуально не вижу, но практически все перезимовали. Лиственница уже начинает распускаться. Здесь вот у меня сосенки горные.